Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Новый год не за горами, ты в ломбард «Титан» спеши. За подарками для близких от своей большой души. Ломбард «Титан» – для всех и каждого. Один человек получил травмы в ДТП на улице Солнечной. Там водитель Honda Civic врезался в Hyundai Solaris. Подробности в рубрике «Обзор аварии» слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным госавтоинспекции, авария произошла в пятницу почти в 7 утра у дома 31 по улице Солнечной. 48-летний водитель Honda Civic неудачно выполнил маневр. Водитель автомобиля Honda Civic, выезжая с прилегающей территории, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался по улице Солнечной. В результате водитель Honda получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь на месте, и госпитализация ему не потребовалась. В Луцком районе водитель лесовоза КАМАЗ с прицепом не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. В итоге в ДТП никто не пострадал, но бревна разбросало по всей дороге. На место происшествия пришлось вызывать другой лесовоз. В Кирове на перекрестке улиц Свободы и Воровского водитель «Лады Калина» слишком поздно заметил и не пропустил иномарку «Джили». Водитель «Калины» резко нажал на педаль тормоза, но машины все равно столкнулись. На вероятного виновника ДТП составили протокол. На улице Заводской столкнулись Ford Fusion и Toyota Land Cruiser. По данным ГИБДД, водитель хэтчбека поздно заметил попутный внедорожник, который стоял с левым поворотом. Виновник аварии пытался уйти от столкновения, но в итоге по касательной он все же задел Toyota и залетел на сугроб. В этой аварии также обошлось без пострадавших. На улице Щерса водитель ВАЗа хотел повернуть налево с дороги во двор, но не пропустил встречную иномарку «Лифан». Машины столкнулись. В отношении водителя отечественного авто инспекторы составили протокол. Сергей Пичугин, место происшествия.